Привет, красотки! Как вы, наверное, уже догадались, сегодня мы с вами будем создавать образ, который я носила на этот Хэллоуин. Однажды вечером я рассматривала фотографии волков в интернете и подумала, что если страшный серый волк из сказки – это и есть сама Красная Шапочка? Что если она не боялась идти в лес в одиночку только потому, что знала, что ей совершенно нечего бояться? Ведь реальный монстр всегда внутри. Это вдохновило меня на небольшой рассказ, который я оставила в инфобоксе. И отдельное спасибо моему другу за то, что он его отредактировал, сделал более гармоничным, но сохранил при этом всю суть. Сегодняшние волчьи клыки я уже использовала во многих видео, и там они отлично работали, как вампирские. Называются клыки Scarecrow Love Bites Fangs, и в инфобоксе вы найдете ссылку на детальное видео о них. Темные круги под глазами маскируем при помощи персикового корректора Pixie, и поверх него наносим осветляющий консилер Catrice Liquid Camouflage. И его же мы наносим на остальные участки лица, которые хотим осветлить. Тональной основой нам послужит смесь Lumine CC Cream и Lumine Blur Foundation. Как вы сами видите, оттенок кожи я постаралась сделать более светлым, для того чтобы добавить образу готического средневекового настроения. Растушевываем основу спонжем Эко Тулс и после этого наносим базу под тени Essence I Love Stage. Припудриваем область под глазами сияющей пудрой Physicians Formula, а подбородок и лоб пудрой Stay Matte от Rimmel. Скульптурируем лицо и создаем четко очерченные острые скулы при помощи смеси двух сероватых оттенков из палетки Lunatic Cosmetic Labs. Нос мы скульптурируем смесью тех же самых двух оттенков. Растушевываем скульптурирование кистью Delium Tools 950. Я выбрала пыльные ягодные румяна для того, чтобы они дополнили образ, но при этом не сделали меня слишком уж свежей и отдохнувшей. Хищные красные шапочки явно не подойдут неоново-розовые или золотисто-персиковые румяна, правда? Хайлайтер нам нужен для того, чтобы создать волшебное, таинственное сияние, и для этих целей отлично подходит светлый ледяной оттенок из палетки Sleek Midas Touch. Переходим к макияжу глаз. Серый оттенок из палетки Lunatic Cosmetic Labs растушевываем в складке века и на нижней линии рост ресниц. Здесь нам по сути нужно создать естественный, но при этом мрачный макияж, поэтому тени с шиммером и металлики мы использовать не будем. Добавляем в складку века, ближе ко внешнему уголку глаза, ягодный оттенок, который мы чуть ранее использовали как румяна. Этот же оттенок растушевываем на нижней линии роста ресниц, концентрируясь ближе ко внутреннему уголку глаза. Белым матовым оттенком из палетки Lunatic Cosmetic Labs осветляем область под бровью и внутренний уголок глаза. На подвижное веко мы наносим бежевый сатиновый оттенок Catrice Velvet Matte 070. Заполняем губы бордово-ягодным карандашом Essence Red Blush под номером 08. Сначала я собиралась использовать лишь один оттенок помады, а именно Rimmel Lasting Finish by Kate Moss под номером 11. Но в процессе нанесения я поняла, что оттенок недостаточно темный для этого образа, поэтому поверх помады Rimmel мы наносим Maybelline Burgundy Blush. Делаем границы более четкими, используя NYX Deep Purple. И теперь наша красная шапочка готова к охоте.
Я не успела вовремя купить искусственную кровь, поэтому здесь я буду использовать подручные средства для ее создания. Лаковый красный блеск от Люмине я распределила по губам, и его же я нанесла на зубы. Думаю, если бы наша красная шапочка перегрызла кому-то горло, то именно так она бы и выглядела. Искусственная кровь, возможно, здесь смотрелась бы чуть более правдоподобно, но если вы надумаете использовать искусственную кровь во рту, то всегда читайте информацию на этикетке. В этом случае я не боюсь наносить блеск на зубы, потому что это продукт для губ, и, соответственно, он явно не токсичен. Хищная красная шапочка благодарит вас за просмотр и желает волшебного настроения. А теперь ей пора продолжить охоту. До скорых встреч. Пока. А, еще раз красную чашку. У меня жуки, клетки, ногу не ходили. Кидай. Хорошо.